такая виткомент и такое издание «Я так думаю». Это издание задает вопросы людям, звездам, не совсем относящиеся к карьере их, а такие серьезные, о политике, об экономике. Очень важно ваше мнение, да. Вот, ну, там есть, конечно, вопросы так о жизни. Ну, вот первый вопрос. Сейчас очень плохо все экономически. Ваше мнение, почему это так сложилось? То есть рубль падает, доллар растет. Экономисты сами разводят руками. Но вы, наверное, этим тоже интересуетесь. Вот так вот вы, да? Да. Ну, что вам сказать? Честно говоря, в политику не то, чтобы не люблю влезать. Мы все не любим влезать в политику, но с определенной точки зрения, потому что действительно доллар растет, и это бьет по кошельку каждого из нас, ну, как ни крути. Судить кого-то, ну, конечно же, надо, но я не решусь, себе дороже будет. Но в любом случае, я думаю, что люди должны держаться, в любом случае не сдаваться, быть добрее друг другу, потому что злость, она в любом случае, она ничего не решит. Все-таки, когда человек излучает более положительную энергетику, но это как ни крути, сейчас кажется, это конечно, маразм какой-то, но в любом случае всем тяжело, но это время надо пережить. Я уверена, что все восстановится, и мы будем жить очень... Все самое светлое еще впереди. Не